Предыдущим кадром вам показывал завтрак. Я тут немножко салатец не доел, и Катя мне еще фруктов дала. Маракуйю, к сожалению, не очень. Я ел гораздо вкуснее. Она как будто перестояла. Не понравилось. Такой у меня тут творческий беспорядок. Рабочий день в самом разгаре. Погода, да, действительно плохая. Прогноз подтвердился. Даже какой-то дождик прошел. Ну и, конечно, уже все в тучках. Сейчас еще поработаю, доделаю кое-какие дела и пойду переставлю машину. Хочу скейты уже убрать, потому что они у меня там постоянно болтаются в багажнике, и меня это бесит. Кать, ты-то что делаешь? Как твой рабочий день? Мне не нравится. Может, мне другую камеру использовать, другой объектив, потому что этот слишком близко. Типа вот я сажусь, на телефон упал. Я сажусь, и мне иногда придется, если вот я близко, мне придется вот так делать. Потому что... Так у тебя есть там Сонька здоровенная. И я там не есть... думаю, может быть, с нее снять, а не с этой. Ну, конечно. Там будет широкий угол. Как раз все будет хорошо. Ладно, я пошел доделывать свои дела. Завидую тебе. Но я бы тоже побездельничал. Ну, слышишь, это не бездельничать. Ты знаешь, как мне сложно видос заснимать сейчас? Знаешь, почему? Как сложно? Ну, потому что я к этому не привыкла. Я вот привыкла болтать с мамой, с подружкой, с сестрой. Так и представь, что записываешь для мамы, для своей. Кто-то, кстати, написал под последним моим видосом, вот обижаете меня, пипец. Чё? Мотивация, конечно, такая себе. Да написали комментарий то, что для родни из Брянска сойдет. Я не для родни из Брянска это снимаю. Да нормальный видос. А я тоже такие же простые видосы, как и ты снимаю. Ничего сверхъестественного. Возьму и забаню. Вот, правильно. Ну, если хотите лучше, то просто кидайте ссылки на свой канал, и все, мы будем смотреть и вдохновляться. Выполз на улицу, максимально противная погода, даже ощущение, что капает мелкий дождь. Ну ничего, терпим, ждем, пока наступит весна, потому что улучшений впереди я не видел. И хотел сказать по поводу коротких видосов, что я стараюсь записывать почаще, но выкладывать практически сразу, то есть не коплю материал, чтобы сделать длинный видос и таким образом поддерживать актуалочку. Лучше по 10-12 минут, но каждый день, чем вы будете получать один ролик раз в неделю. Как и говорил, иду сейчас к машине, пока там у дома есть места, уберу эти скейты. Они там у меня болтаются, меня это так бесит. Уже полтора месяца пытаюсь это сделать, но что-то все руки не доходят. Ленивая жопа. И еще один момент. Сегодня в Москве завершилась частичная мобилизация. Уж не знаю, будут ли еще этапы. Ну, в общем, такое немножко облегчение. Какой громкий косель. Почувствовал небольшое облегчение. И вроде как все повестки, которые были отправлены ранее, ну, то есть мне это, конечно, не приходило, но они аннулированы. Что такие дела у нас в Москве. Ну и давайте вам покажу как с улицы. Ну, противненько, противненько. И вот моя машина. Сейчас немножечко ее погрею. Уже к подъезду погоню. Господи, еще и ветер такой сильный. Ну и тачку поставил практически у подъезда. Удобненько. Давайте вам покажу. У нас тут есть кладовка. Я сюда складываю всякие вещи. Очень удобно. Эту полочку мама крутила и оставила ее нам. То есть тут скейты, всякое для пикника. Удобно. Для того, чтобы на балконе все это дело не хранить. Видите, вот тут стул, лопата, пенки. Вот такие дела. Ну все, иду работать. И надо будет еще чуть попозже мне сбегать в Озон. Мне приехали площадочки, крепления для GoPro. 4 штучки заказал, 2 прямые, 2 ну, такие искривленные, дугообразные. Ну, одну, наверное, на тачку повешу и куда-то еще. Сейчас покажу вам, как Катя снимает обзор на пылесос. Вот такая у нас тут съемочная. Насадочки. Ты пыталась пропылесосить просто матрас, показать, сколько в нем пыли? Да, но я вообще всю комнату буду пылесосить, кроме пола. Ну, то есть вот это,
там боковушки всякие от пыли, а угу. пол не буду, потому что это тем менее занимается. Ну, за телеком, там, не знаю, везде, где пыль. А он очень быстро у тебя бы ты сел. Да, очень быстро. Но я использовала тут же две скорости, я вот на самой мощной использовала. Знаешь, вот ты и мама сказали то, что, по-моему, если я не ошибаюсь, то, что сначала его нужно высадить, а да. потом заряжать. Да. А в инструкции написано, что когда он приходит, его нужно прям с коробки зарядить до полного и полностью высадить. Я так и говорил. Вы меня обе переубедили в обратном. Я этого не знала, я не переубеждала. Я просто вот как услышала, так и я сделала. Я всегда всю новую технику сначала до полной заряжаю, а потом уже пользоваться начинаю. Кстати, ну, классно да. выглядит, между да. прочим. Здесь еще вот. Батарея должна быть. Смотри, пыль-то видишь внутри. Ага. Это только с матраса. Угу. Все, рабочий день закончен. Время у нас 20 часов 18 минут. На сегодня, пожалуй, хватит. Катя сейчас придет с йоги, и мы, наверное, дойдем до пятерочки. У меня приехал 3 заказа с Алиэкспресса. Сейчас я вам покажу так с телефона, а потом уже вживую. Первый – это дорожный чехол. 570 рублей я за него заплатил. Вот такой. То есть сюда камеру можно, флешки и всякую такую фигню складывать в дорогу. Второе – это у нас ткань. Типа Apple-овской тряпочки, только не оригинальная, за 190 рублей. Вы ее все видели, если следите за новинками Apple. Ну, такая no-name, но вроде говорят примерно то же самое. И вольтметр USB, 209 рублей, такая штучка. В общем, буду проверять целостность батареи, сколько влезает туда емкости на самом деле. Ну, потому что производители часто пишут там 2000, 3000. Ну, и плюс я хочу проверить свой этот Powerbank. Он у меня достаточно старенький, хочу проверить его емкость. Да, немножечко тряска видна, потому что вечером я выключаю стабилизацию. Опять же говорил, включаю ISO 800, поэтому по вечерам вы видите, что картинка немножечко колбасится. Или водички попью. Не хочу ничего сладкого. Да, у Кати тут есть еще работа. Извините за мой сексизм, но как-то так. Ну и кто тут ломится? Ладно, что будет, все нормально. Ты видишь, снимаешь. Ладно, маму, давай домой пришла. А Андрей тут блогер. Не хочешь, мы сходим в пятерочку? У меня там 3 заказика. Твоя коробка вот эта жесткая. Там, ну короче, USB вольтметр и тряпочка. Типа как эпловая. Ну можно и потом забрать. Но... Можно. Но если мы пойдем в пятерочку забирать заказики, то можно еще и прокатиться. На автомобиле? На автомобиле. Автомобиль! Я не показывал, что Катя купила. Ну-ка, покрути. Сейчас, я поставлю наушники заряжаться. Я вообще кайфую. Прикинь, сейчас авторские права будут на эту мелодию. Я вообще охренел. Не-не-не, эта мелодия, она, видишь, инструментом играется. Не будет авторских прав. Ну все, уже по кругу пошло. На этой прекрасной ноте поехали кататься. Да, очень крутая штука, мне она нравится. Она такая эстетичная. Твой любимый магазин после Louis Vuitton. А что ты мне показывала, я не увидел. Я то, что корочки осенние выложила в Телеграм. А, это я не видел. Пойдем. Нет, вход здесь. Да, это у меня просто стильный идти не в ту сторону. Это правда. Все работает. Получить заказ. Отсканируйте QR-код выдачи заказа. То есть какие-то заказы выдаются на кассе, если они там большие, наверное, да? Если они сюда не помещаются. Ну, не знаю, может быть, как-то по-другому это работает. Может быть, по какому-то другому принципу. Может, по стоимости. Ну, может быть, да. А какие-то можно забрать вот здесь в ячейку. Главное, не пали, а то там адреса и все контакты. Хорошо. Сейчас побыренько мы успокоим, посмотрим. О, я тоже хотела показать. Ну ты это, вот это мой, можно я его не распаковывать? Да. Можно? Да. Я его себе оставлю. А, ну это вот тряпочка, типа эпловая. Тут даже видишь? Угу. Красота. Я хочу посмотреть, насколько круто он очищает монитор. Ну, вот. Следующее. Unpacking. Unboxing. А, ну это тестер. Вот, USB тестер. Сейчас я его покажу. Я думаю, многие даже заказывали. Ничего удивительного. Ну, то есть он вставляется. Угу. Отсюда выход, и все, и он живу с айтишником. Да. Вот так
А большой твой, да? Хотя заказ. Да, это мой, вообще. Это мое. Да я у себя на канале распакую. Все, она забирает. Как-то нечестно будто, нет? Честно. Вот так вот. Ну ладно, пойдем кататься. Я посылочкой уже распаковал. Себе заказался. Это я буду. И сравню с... Ты сначала распаковку сделай своей обуви. Ребят, мы заехали в Макдональдс, наверняка вам кажется, что мы постоянно там едим, но как-то так получается, потому что в будни не так много каких-то классных активностей и событий, и получается, что я все время это записываю. А так дома у нас вкусные завтраки и обеды, стараемся правильно питаться. А что я себе взял? Двойной чизбургер, картошку, два соуса. И кофе. Ну, кофе, да. Вот, сейчас поедим. На парковочке здесь мы вообще в Зеленограде находимся. Сегодня вообще расскажи то, что это попробовали. Я взяла из Вкусвилла. Эти ты меня? Да, там да, тебя. Из Вкусвилла я взяла кукурузки, которые мы в сыром виде еще не кушали. Тебе, кстати, понравились? Да, вкусные. Вот, и они полезны. Поэтому вот эти кукурузки, огурчики, помидорчики. Там я салат купила новый попробовать. Ну, листья салата. Потом у нас была сегодня красная рыба. Не, завтрак у нас сегодня знатный был. Да, то есть, ну, полезно. Ну, завтрак гораздо вкуснее, чем вот то, что мы сейчас едим. Да. Ну, это, вот, я, наверное, так скажу, для нас это определенный ритуал, наверное, да? Ну, просто да. Посидеть, мы включаем какой-то видосик, кушаем, болтаем. Отдых после рабочего дня, да? Твоего. Да, а да, у да. меня после дня бездельника, но я, на самом деле, сейчас активно стараюсь выкладывать всякие посты и заниматься видеосъемкой. Пытаюсь в это вникать. И поэтому... у Кати завтра первая съемка. Да, то есть она бесплатно пока нарабатывает портфолио, а потом уже... Когда-нибудь, когда наработаешь потенциал, да. Будешь уже за денежки. Поэтому я вроде не работаю, но все равно стараюсь не без денежки особо. Да, и сегодня даже проснулась, как я. Молодец. Да, сегодня проснулась, как Андрей. Еще я записала обзорчик пылесоса. Обзор. А то скажут, типа, обзорчик, телефончик, и мы все так это уменьшительно ласкательно говорим. Обзор пылесоса, который вы просили, я записала, выложу на свой канал. Вот. И, в принципе, я записывала, как я на йогу сегодня ходила. Да ты что, мне, например, вот я вспомнил, ты сейчас сказала про уменьшительно-ласкательное, мне за слово компуктер врачили, типа, я взрослый человек. Ты же мужчина, да. Причем я видел техноканалы, где чуваки угорают и говорят компуктер. Да, это прикольное слово, мне нравится. А еще слово, которое я из сватов. А, укусно. Это же просто, это же в сватах было. Да. Блин, это не я придумал, там... мне очень нравится это слово. Там Валюха говорила, укусно тебе, укусно. Да, 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 да. Это исключительно отсюда. Это просто отсюда. Прикол. Ну, люди все буквально воспринимают. Да. Какой-то сегодня такой день отмазок получился. Да. Все, мы будем лопать. И приятного аппетита. Я себе еще пирожок взяла вишневый, забыла сказать. Знаешь, почему я никогда не беру? Потому что я после него... Да, вообще жесть полная. Его надо прям в пакетике, а лучше, знаешь, будешь на улицу будешь выходить. Дай мне тоже салфеточку. Я просто твою картошку буду подавать. Она, кстати, рассыпалась половину. Серьезно? Да. Как так? Мы же проехали буквально 50 метров. Ну, просто так положили.